это наш тамбур. На улице минус 30. Здесь тоже не минус. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные. Ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес советский. Рыбку продают, дешевле. А копченую надо вам? Я уже купил. Не, уже купил. Нет. Инна, тащите рыбу! Инна, рыбу тащите! Ива. Галя, ну не лезь же ты так. Мне не так рыбку продают, копченую. На станции Медвежья гора. Да выходи. Обратно. Все, поехали. Поехали. На которой мы живем. Центральная улица. Олька, у тебя щечки красные какие. Россия. У нас, ой, боже, скользко. У нас самая центральная и самая центровая улица. Улица как называется, Оля? Вокзальная. Вокзала я тут не вижу, но... Есть, да? Конечно. Вон у него дорожка и на вокзал. Хорошо. Северная Карелия. Местная елочка. От цивилизации очень далеко, но очень классно. Да, и вот птички даже. Синички летают. Это сообща... Сообща налетели елку, каждый принес свою игрушечку, внес свою веточку. Красиво. Красиво. А мы кормим голубей в Москве. Зачем это? Ну как зачем? Они мне. Буду кормить. Да. Правильно. Ну, видишь. Вот, они уже сидят. Они поэтому и летят. У меня сына. Ну, в общем, чуть-чуть вот так надо. Мне сказали, здесь что... семнички и воробушки все хотят кушать. Здесь очень холодно. Вот, и они прямо с рук едят. Ну, голову против кушать. Дай мне тоже. Дай, вот так. Сын, забирай, забирай. Надо их снять. Ну, надо. На. На, снимай. Бери в руку и меня снимай. А, вот, на Коле, подожди. Не ходи. Вот, вот он где приземлился. На тебе, хлебушек. Ой, испугался. Ага. Вот наша любимая соливарня. Мы наконец-таки ее построили. Вон у нас туалет для туристов построен специально. А это наш вот дровник, сараюшка такая, в которой там всякие служебные, там всякие технические штуки лежат. Вот, а это наш вот скала побережья, в лед встал. Смотрите, как красиво. И можно уже на тот берег, там тоже, напротив остров. Mm-hmm. И на тот берег можно уже пить. А это все вот у нас селуха.
приезжайте летом. Здесь зимой очень красиво, а летом тут вообще офигенно. Здесь возвышение, Ольга говорит, будут дом строить. Да, вот где вот самая возвышенность, вот здесь дом. Хорошо. Да, и вон впереди, уже Галя там подъехала, там крест поставлен. Верстовой. Там особая история его создания. Вы видите, тут мелко, ну, да, а там да. Дальше глубоко. И приливы, отливы создают вот такие торосы. А в море они как башни на мелкоте. Прямо вот едешь, и вот такая башня. Но надо, конечно, на снегоходах туда. Но это по морю уже, на снегоходах. Да. Ну, вон впереди видно, да, там далеко. Да, да, да. Не холодно? Не, хорошо. Можно кричать. Галя снимает нас. Я снимаю, у меня руки застыли. Прятаю. Красота. Да. Сплошные торосы. Тайга. Вот. Я вот такая вся зимняя, напутанная. Вот вам и Белое море. Лагуна Белого моря. И настоящий. На Ольге, на Татьяну, ребята идут пешком. Мы доехали на машине немножко. Тише, благодать. Тишина неимоверная. Вот это торосы. Маленькие, говорят, но приличные. Вот. И мы пришли сюда к кресту, который девчонки восстановили. Новый, но по технологиям старым, древним, поморским. Батюшка благословил это все дело, и тут его водрузили. Вот сейчас мы будем поздравлять всех с праздником прямо здесь, с Рождеством. Ни единого следа нет. Сейчас проделаем дорожку. Следопыты идут. Ольга с Колей. Ой, руки стынут, где-то минус 30. Эгэгэй! Тут можно кричать, эгэгэй! Ну, хотите кричите, хоть и скричитесь. О! Дай. С Новым годом, с Рождеством Христовым, добро пожаловать в Соливарь. Зеленая на двери. Ух ты ж. Так, привет. Это еда пришла с термосом. Все,
прекрасно становится. Ольга растапливает печь. Такую, о, только огонек появляется, сразу тепло становится на душе. Вот. Ты навернулся? Да, вижу, да, обхожу мимо. Лед тут такой. Олька, покажи свои сапожки. Боже, какая красота. Коля, свои. Вот, 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 вот.